И я налево. А туда надо научиться стрелять. Налево? На ту сторону? Перед мост. Хорошо, это. Я на объект. Я дизейблю их. Просто окружение хорошее, а ты их добиваешь. Ну кто тут? Ну-ну. Не, план, конечно, в теории хороший. А мне так работает. Я, ну, один из дизейблю три тигра и сам их долго был заковырял. И все три тигра убил. Когда-то давно были заслуги. А они не вернулись, все лидеры так же просто стреляют. Единственное, что их выпадает. Раньше легче было попадать, пока масса была не доходить лидеры на тигре. Потом рамку это сделали, это где-то. Блин, это главная площадь получается. Да. Со львами. Команда прекратила захват точки А? А, мы против немцев. А, американцев ты, да? Да. И немцев. Ну это хорошо. Американцы хорошо разбавляют немцев. Меньше тигров. Ну, вроде да. Но они могут и объезжать неприятно. Они очень неприятно выглядят. А, не было. Да, блин, тигр на холму. Право, сердце. О, горизонтальный привод сломал ему. Идет куда-то. Блин. Наводчика убил ему. Лежащего убил ему. Наверх, блин, нахуй. Все. Так, я наказал того, кто взял объект. На холму убит. О, в меня стреляют тут возле объекта. Рут. Возле дороги. Ну, у меня тоже стреляет. Казенку выбил. Две четверки у меня. Блин, я не знаю, как подойти к... Минус казенка, еще одна? Я с берега подойду. Минус казенка у тебя этого. Ай, убивай. Там еще КВ 1Б. А, у меня тигр. А, у меня КВ, да. КВ убил? Тигр готов. Ух, спасибо. Ну, казёнка у этого. У меня КВ прямо на объекте. Нифига он тут. Он без казёнки. Окей. А с холма выше не стреляют? Там враги. Стреляют. Там пантера, минус башни, все. Так, я три уже танка убил здесь. Джедай, добивай. Я не могу, блин. Сейчас в КВшку выстрелю. Если у меня перезарядится сегодня. Меня стреляют спереди. Реки. Лево у нас. Блин, да убейте на КВ. Да, это попробую. Это еще бессмертные. Один КВ. КВ натурально бессмертные. Убил КВ. Еще один КВ на той стороне реки. А, пантера. Блин. На нас Б-25. Пантера на объекте. За объектом. А, это у нас ПТ, вот пантера тут где-то, да? Поехали. А я понял. Поехали, по левой. Так, убил казенку пантере. У тебя впереди где-то КВ должен быть. Да я понял, ты. КВ это плохо. Мне опять, сука, не живучий. Еще тигр, пантера. Вижу его. Севернее объекта, тигр и пантера. У нас впереди. Попробуй пробивать. Где-то. О, пробил ему маску пушки, убил всех. Ну, что тут? Он прячется, можешь добить? Видишь, это? Он за этим холмом. А, я понял, где он. Он левее поехал, что ли? Кто-то самолет. Здесь, не, он здесь. Стреляем. Заряжающий минус. О, выполнение задания. Мне еще борт. Тут еще ПТ-шка вражеская. Если что. Пантера, джедай, вот там пантера, вот там и тигр. Вижу. Где-то. Трансмиссия заряжающая. Убил пантеру. Тигр остался. Где-то там же. А где поточнее, за ней? Ну, не, где-то в том же районе, да. А вот. Водила. Кто это? Минус. А это пантера. Так, вижу. Бомба. Труп пантеры.
Ну, конечно. Убил тигра. А, отлично. Помощь. А, кто-то, походу, на деревне есть. Посмотри. Пантера на деревне. А, она уже возле вышек. О! Убил ее. Отлично. Там еще пантера, убили ты видишь? Да. ПТ-шку убил на берегу. Там вот естественный отбор какой-то. Прилетает бомб, или это же не естественный, а рандомный отбор. Прилетает танк и кого-то убивает рандомно. Так, я еду туда, где КВ сожженный. Давай. Самолет подходит сверху, над нами. Прямо над нами. Ну, конечно. А-а-а. Спасибо. Спасибо, чуваки. И- а чего я умер? А, ракета. Она что, невидимая? Меня невидимая ракета убила. Как я убил твой интерес, если я заходил, но попадал. Я заходил на Б-25, они тупые хуйни, попасть никуда никто не может, но зато, блять, по самолету летящему за Б-25 все попасть могут. О, я к Пантера. Вот, две ПТ-шки возле меня. Это я на КВ, я где сажен. Я дальше. Бомбер, он стрелял, да? Прямо он на меня шел. Через него, Кубищенко, вот его там вообще нет. Как они могли, как я мог его промахнуться? Да, я конечно, опять блядь. Меня этот Фокер убил. Почему у него невидимые ракеты? Убил какой-то. Вообще да, нет. Да, я вторая там перед ней. У нас над спауном тигр. Кстати. Тут же вторая, да? Леон, а ты справа меня? Вообще нет. Окей. Что за это бакш такой? Тут же вторую не вижу. А она за уже. Блин, я ее поджег. Я поджег, мономотор не убил ей. Как? Ну что, что-то изменили, что ли? А походу у нее нет огнетушителя. Она горит, едет. Но у меня очень долгий револт, поэтому я тут так. А, все. Взорвалась. Ты это еще там ты шлен, да? Да. Так, ну вроде чисто пока. А тигр на объекте, он дохлый? Да. Только скорее что на спауне убил тигра. Он там был один? Не знаю, сейчас туда поеду, посмотрим. Но он, у нас на спауне? Кажется. Да, был у нас на спауне тигр. Фига. Опять он заходит? Ну пиздец просто, его так и не могут сбить эти долбоеды. А вот ты попробуй. Да нормально, надо просто дальше стрелять. Моделька его, она лагает. То есть мы стреляем, а прошлое. То есть там, где он... Леон, что у тебя? Ничего не лагает. Тихо, тихо, тихо. Впереди, Рут. На твоем берегу? На твоем берегу или? На твоем. Окей. Летит тот еще. Еще один такой. А, да, это 410. Короче, надо запомнить. Да-да. А кто там? Я ему выбил экипаж, у него ванцов, наверное. Ну чё ты, да, поехали по северу? А кто это? Зачем нам ехать по северу? Как четвёрка. Ну, чтобы на спаун их не выйти. Понятно. Нам надо охранять точку и наш спаун. Окей. Таких вот гадов. А, едет. Что? М6? Блин. М6 там. Близко, далеко. М6 там. Дальше. Квартал от меня. Вперед. Он едет по берегу теперь. Подожди его, Леон, и выстрели ему в бочину просто. Он, скорее всего, на тебя заедет. Принял бочину, физические повреждения. Ну, вот добежишь. Ты был возле этого КВ, правильно? Ну, я на берегу был уже. А, вот он стоит. Так, я вылетел на самолете. Я ему привык вертикального наведения. Там враги летают, да? Командир сейчас убил. Народ. Да, двухмоторный. Летает. Блин, надо будет это дело проверить с Фокером. Потому что я не... Заходит, у меня не отрисовывается убил выстрел. М6 убил.
А смотрите, слева с Леон, слева написано Леоныч, там Волга горная. Мы походу выполнили по цели или что-то такое? По-моему, здесь ПВОшка. Противника, эти цели на землю. Да. Просто это какой-то приказ, походу. А, ну вот мы с тобой выполнили. Мы по 5. Я выбил этой Т-тройки там или что-то там, не знаю. Стреляя ему в башню. 3 в этом выбил там. О! За так, о, за мной летает. Я Джедай? А, я не летаю. Дениска стреляет по мне, да? Вот это, конечно же, блин, денег не хватило изначально. А, еще один тигр появился на нашем спауне. Да. Не, на их спауне кто-то появился. Блин, меня сбили. Но одно не противоречит другому. Блин, вот зачем в РБ столько камер дурацких, непонятно. Каких еще камер? Ну, там с, этот, от третьего это лица, от, режим, от еще. Бомболюк, еще какой-то. А, ты про это? Пока переключишься на что нужно? Ты можешь через ZF клавиши переключиться на то, что нужно. Блин, что это в голове держать? Так, этот готов. Блин, почему у меня пушка сильнее бьет, чем Т-34? Так, убил зенитку. Так, я на ПТ-шке. А, ПТ-шка. Блин, убил. Лол. Да, это точно бум. И, короче, все, они так, а вот джедай тоже выполнил. Там джамбо или что-то такого. Или М6. А почему 3 у вас? Звездочка, 3 звездочка. А у меня 0. Это серия. Это когда убил, не умирая. Ага. А сколько надо там убить? Ты уничтожаешь, это непонятно. Ну и что? Взял я его или нет? 5 штук дали. Ну там не, написано погоди. Потом внизу. Достижения и. Там. Задачи, миссии и приказы. Достижения 7.20. 15684. Мне 7.20 дали. 7.700. Вот я настрелял тут. Ты сам тут на одном своем. Вот точно так же Айс мог настрелять. Еще больше бы настрелял, снаряд больше. Ну, я всех в борт взял почти всегда. А я всех в лоб. Мне всех пришлось разбирать. Потому что, ну, я был покосан и. Да, да, я знаю. Катался там. Но они на тебя агрились еще при этом, а я их отстрелил. Мне пришлось всех ваншотить. Так, по-моему, все готовы, по-моему.